Всем привет! Это канал I Like Pet, и в сегодняшнем ролике мы расскажем о правилах содержания ресничного бананоеда. Ресничный бананоед покорил любителей экзотических животных. Это идеальная рептилия для новичков. Содержать бананоеда совсем не сложно. Террариум должен подходить по размеру для одного бананоеда, это 30 на 30 и на 45 сантиметров. Температура в нем должна быть 22-28 градусов и ни в коем случае не опускаться ниже 22. Для этого нужно приобрести специальное оборудование, лампа обогрева или термоковрик. Древесную кору и мох можно использовать как субстрат террариум. Ящерице нужно укрытие. В террариуме размещают коряги или растения. Обязательно нужен хороший воздухообмен и поддержание влажности. В природе бананоеды питаются насекомыми или перезрелыми фруктами. В домашних условиях бананоеда можно кормить пюре из фруктов или насекомыми. Насекомых рекомендуется окунать в кальций или витамины. Также для этих животных разработали специальную линейку кормов. В порошках, из которых готовится специальная смесь, содержатся все необходимые витамины. Гекконы регулярно линяют. Перед началом линьки можно заметить снижение активности питомца, но не стоит его беспокоить. Здоровые животные, которые содержатся в хороших условиях, не имеют проблем с линькой. Обычно бананоед съедает свою старую кожу. Но иногда кусочки кожи остаются, тогда необходимо смочить ватную палочку или диск, а затем аккуратными движениями снять старый слой кожи. Главное не поранить питомца. У бананоедов очень цепкий хвост, который помогает им передвигаться по веткам. Геккон может отбросить свой хвост при сильном испуге или стрессе. В отличие от других ящериц, бананоеды не способны заново отращивать хвост. Необходимо внимательно следить, чтобы не прищемить питомцу хвост. Также нельзя за него тянуть. Потеря хвоста никак не мешает жизни геккона и является лишь косметическим недостатком. В природе бананоеды живут 5-10 лет, но при правильном уходе и содержании ваш питомец может прожить 15 или даже 25 лет. Главное соблюдать все условия, которые рекомендованы профессионалами. О других интересных фактах из мира домашних животных вы можете узнать на нашем сайте.